задачах. И там вот почему Сергей в двух областях. Он и там садил саженцы, и там садил. Ирина. Алтай, Ус, Кокса, абрикосы в мае хорошо цвели. Но после урагана в конце мая 80% завязи сорвало. Ну, те, которые были с высочей стороны, 50% сохранили завязи. Созрели 7 августа, в основном средние мелкие, но все были сладкими. Вот это важнейший момент, что вот эти сказки про дикарей. Какие это сказки? В Ускоксе 4-5 сада, где плодоносит абрикос, 4-5 сада. В будущем люди преодолеют страх выращивать такие экзоты, надеюсь, только так. Своим примером заразить садоводством. Спасибо, Ирина. Константин, привет всем. Давайте поговорим о тигре Казьмина за сорта абрикосов и слив. О, я всегда, запомните, Казьмина, я всегда говорил с придыханием, с огромным уважением, с огромным. Вот, представляю, как ему трудно было. Дичайшие места, там есть места, как будто специально предназначены для абрикосов. Но там, где он творил, ой, как смотрим на эти бесконечные циклоны, антициклоны. То затопит, то заливает, ой. Вот. И вот его творения, они бессмертны. Ну, на этом мы, наверное, и закончим. До свидания, друзья. Если что-то не успели сказать, давайте дождемся следующего раза. Я отключаю трансляцию.